Сообщайте о необычном поведении. Забаррикадируйтесь в домах. Избегайте любых контактов с зараженными. Ждите официальных инструкций. Дождетесь. Убить всех этих тварей. Вот мои официальные инструкции. Любите зомби-мочилово? Или, может, хардкорное выживание? Ох, к этому видео я готовился достаточно долго. Но спустя много времени я готов представить вашему вниманию сборка трюкач-выживач. Название, конечно... Заранее скажу, что ссылка на подробную настройку модов будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну-с, приступаем к зарубе. База. Это база. Для начала я накатил несколько баз на свою сборочку. Ну, чтобы моды работали. Ну, кто им такой, чтобы про базы пояснять? Блин, этот переход делал дольше, чем сам пункт. Круто! В этом пункте я сделаю механику для крутой игры в Survival. То есть, по факту это RG механики. Ладно, шутки в сторону. Я не буду перечислять все подробно, потому... А. Вам это не нужно. Б. Это мне не нужно. В. Со скобочкой. Это, кстати, похоже на смайлик в очках. Отдельно выделю вот этот мод. Это улучшенная система здоровья, в которой каждая часть тела имеет свое здоровье. Ну там переломы, ушибы, растяжки. Да блин, не те. В общем, все, чтобы улучшить систему здоровья. В гмоде очень легко убежать от зомби, потому что вы бегаете, блин, как флэш. Урезоним пыл нашего бегуна и... Установим мод на скорость игрока. Тут кто-нибудь есть? Я тут. Да, я тоже тут. Блин, пацаны, не портите РП. Да что ты сразу не сказал? Чтобы такого не было, нам нужен 3D voice chat. Теперь ваши крики о помощи никто и никогда не услышит. С нет, с модом у вас появится потребность в еде, питье и... Что это, блин? Weapons Sets решит данную проблему. Но об этом по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Иван, 16 лет. Реальный пацан. Броня с J-мод, блокировка фонаря, крики при смерти. И многое другое. В общем, все это я установил, но опять забыл тех придурков. Вы можете скачать любой пак, который вам нравится. ТФА, АРКВ, ФАС или, прости господи, М9К. Но так как у нас сборка заточена под выживач от третьего лица, я накатил мод Акт 3, так как тут очень хороший баланс для игры от третьего лица. Кстати, про него. Улучшенный вид от третьего лица. Да-да, в Акт 3 встроен свой вид, но... Мне он нравится меньше. Да и он распространяется только наружу из этого пака. А у нас будут и другие пушки помимо акта. Так что... Без чего не обойдется ни один зомби выживать. Даю вам время подумать. Правильно. Решение квадратного уравнения через дискриминант. Вот оно. Зомби. Конечно же зомби. Из множества модов я выбрал самый подходящий. Bio Annihilation. Тут умные зомбаки, правда их надо настроить. Заражение, страшные челобасики и заражение. Чтобы они ходили по нашему миру, мы скачаем Backgrounds NPC. Тут тоже нужно установить настройки, которые вы найдете знаете где? Сейчас тут кроме зомби еще и редкие выжившие пробегают. О, прикольно. Вас не достали эти анимации? Ну вот эти. Что это? Я в виде их уже несколько лет уже так заколебался. Так что реанимируем. Возьмем анимки из Left 4 Dead и... Ну вот теперь хоть как нормальный человек ходит. А то было просто жесть. А теперь немаловажная часть. Компас, ну просто по приколу. Эффекты, кровяка, ну и прочее. Из всего визуального барахла я выделю только Life Mod и Storm Fox. Life Mod сделает картинку поинтересней, а Storm Fox, ну... Добавит смену дня и ночи, погодные циклы и радиоактивные осадки. Так, чего? Допил. Допилим это звуками ходьбы, физикой и новыми звуками трупов. Но самое главное... Помер. Точнее, тут можно написать все что угодно. Например, анекдот про бабушку и часы. Сидит бабушка на лавочке, Мэтт, пошел это говорит. При чем здесь ключи? Но я написал свое любимое.
качестве карты я скачал RPS Outside Day. Ну-с, погнали смотреть. Okay, okay, knock, knock. I'm at your door like the repo. I can see your heartbeat beat through the peephole. I'm a wild boy like Steve-O. I move work, you can call me Magneto. So the boy chain like Devo. Get the pussy wet, I be swimming like Nemo. Gonna stay on me like Django. Pulling out his clothes, beating dance like a tango. Like